Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок, с вами Ломоносов Петр. Сегодня поговорим об огурцах. В каком аспекте? В том аспекте, что всем нам хочется, чтобы наши огурцы радовали нас обильным плодоношением. Конечно, это определяется в первую очередь сортом. Есть сорта с обильным плодоношением, есть сорта чуть слабее. Но можно и на других сортах добиться хороших результатов. Как сделать, чтобы наши огурцы давали хороший урожай? Чем их поливать? Ну, если исходить из того, что, чем можно полить огурцы, значит, замечу, что это никакие не минеральные удобрения. Потому что огурцы очень боятся высокой концентрации солей в почве. Если будете поливать минеральными удобрениями, ваши огурцы могут просто-напросто сгореть, у них появятся корневые гнили, и они могут, значит, даже погибать. Поэтому понятно, что мы будем выбирать биологические препараты, более природные, доступные препараты. Ну, самый простой и доступный препарат, чтобы наши огурцы обильно плодоносили, это дрожжи, обыкновенные дрожжи. Мы берем, растворяем 100 грамм дрожжей на 10 литров воды. Ну, предварительно, что бы я посоветовал бы, дрожжи и пару ложек сахара и дрожжи растворить в теплой воде, чтобы они начали работать. Начнут дрожжи работать, после этого смело выливаем их в воду, разбавляем и поливаем наши огурцы. Ну, что это? Стимуляция для роста огурцов очень хорошая, и для завязывания точно так же. Так что это такой самый простой, доступный способ, чтобы наши огурцы заплодоносили. Если нету дрожжей под руками, это тоже не беда. У вас всегда есть хлеб. В хлебе всегда присутствует как бы часть дрожжей живых. Берете хлебные корочки, замочили на сутки, и после этого опять же разбавили 3 раза водой и поливаете ваши огурчики. Результат будет очень заметным. Ну и вот далее, как бы многие уже забыли, есть такой старинный способ, как увеличить плодоношение огурца, в теплицах в частности. Это в ваших руках, и это очень доступно. Что берем любое ведро пластиковое, вот бочку там, но именно пластмассовое, не железное, вот набиваем травой и заливаем водой. При брожении выделяется углекислый газ. Так вот, углекислый газ, конечно, очень помогает завязываемости плодов огурца. Огурцы буквально усыпанные. В советские времена с этой целью в теплицах просто-напросто распыляли углекислоту. И плодоношение огурца без всяких стимуляторов, без всего, было очень прекрасным и очень обильным. Так что у нас нет той углекислоты распылять в теплицах, но трава у нас есть под рукой, вода есть под рукой, тару можем любую найти. Поэтому, опять же, используйте этот способ, чтобы ваши огурцы радовали вас обильным плодоношением. Ну, также вот, когда мы говорили про огурцах, значит, кто-то сеет их сразу в открытый грунт. Ну, это не всегда правильно. Почему? Потому что в наших условиях, как бы до конца мая, еще могут быть заморозки. И вот последние заморозки также повредили много теплолюбивых культур. Всего этого можно избежать, если огурцы, вот как вот у меня, они высажены в стаканчики. Стаканчики, кассеты, это не имеет большой роли. Они, по крайней мере, подращиваются, и они уже с бутоны будут пересаживаться в открытый грунт. Ну, основные моменты, что необходимо помнить при посадке рассады огурца в открытый грунт, значит, перед тем, как его высаживать, обильно поливаем. Поливаем стаканчики, чтобы влага напиталась, чтобы не травмировать корни. Вот, они тогда легко достаются. Следующий нюанс, чего по огурцах делаем, значит, мы немного заглубляем. Но до самых семидонных листиков заглублять нежелательно. Надо оставлять пространство, потому что если мы заглубим до самых семидонных листиков, наши огурцы могут потом болеть. И вдобавок старайтесь, чтобы огурцы росли не на ровной поверхности, а было немного такой холмик. Они росли на холмике, чтобы вода типа стекала. Не волнуйтесь, огурцам это нравится, на них никогда не будет корневых гнилей. Конечно, против корневых гнилей у нас же есть препараты метеоризиум, есть триходерма, есть сенная палочка, тоже сам фитоспорин. Всеми этими препаратами мы можем полить наши огурцы, значит, укрепить их иммунитет, и они будут лучше расти в открытом грунте. Ну, а для плодоношения, как я уже сказал, лучше всего это подойдут или дрожжи, или хлебные корки. Поэтому, если вы сделаете вот этот комплекс при посадке рассады, потом полив его после высадки, тем более, что дрожжи вы можете применять буквально уже через день после высадки. Вот. Посадили, и через день вы можете поливать дрожжами ваши растения, не надо бояться. Это биологическое средство, оно не сожжет наши огурцы, но обеспечит нам и хорошую приживаемость, соответственно, и хороший урожай в будущем. До свидания. Thank you.